цвета не видно, наверное, да? Маска. Подсказывает, что надо делать, да? Оно потом начнут, когда оно нагреется, они же начнут, ну, от воздуха этого горячего начнут двигаться. По кругу, да? Ну да, не по кругу, просто двигаться. Так там еще вверх-вниз, вверх-вниз. Там еще вода нагревается, да? Да. Ну, от того, что лампочка нагревается, нагревается вот этот гель. И он потом начинает вот это двигаться. Он уже движение пошло. А из-за того, что оно становится горячим, здесь вот течет, да? Ну, я уже не помню, где оно течет. Какая лампа. Интересно. А цвет меняется? Нет, такой есть. Красно-зеленый, да? С одной стороны красный, а с другой зеленый. Смотри, как красиво смотрится, да? Петька, как считаешь, что на балконе с этими стенами делать? Позвонить, пускай заштукатурят кому-нибудь. Не знаю. А так нормально. Зашпаклюю. Так нормально. Да тебе же нормально. Это, а сколько ей лет уже? Я говорю, как тебе. Да? 30 лет. Ага. Мы же покупали, может, еще и тебя не было. Ага. Что ты был маленький, я помню, она уже была. Покупали еще, наверное, тебя не было. Ты точно, наверное, лет 30. Космический корабль. Видишь, ракета. В форме ракеты. Блестки, там же блестки не сверкают. Что тут все собрались, я не понимаю. Что тут все рассматривают? Маска. 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 Хочешь, чтобы ее поснимали? Ну так-то. Знаешь, какая интересная штука, да? Серёг, да тебе это не надо, красный системник, да? Не надо, он сказал, да? Это Ласка сказала, да? Витя. Нет, не надо. Представляешь, в темноте оно же еще красивее, да? Да. Еще красивее. Еще пошло движение уже активное.
доска, наверное, пускай постоит, может, она мне пригодится, может, я в другую там полку переверну ее, поставлю, может, хай там постоит.